такие снеговики, да, сын? Сейчас. С вами счастливые люди. Мы пришли с Кирюшей на спектакль «Волшебник изумрудного города» в русском драмтеатре. Да, сын? Угу. Ребяток много. Сейчас всем все покажу. Веселье настает. Здравствуй, самый лучший праздник, долгожданный Новый год. Ребятки, давайте-ка мы сделаем 5 больших шагов назад. Раз, два, три, 4, 5. Молодцы, ребятки. Ну что, Снегурочка, может быть, мы с ребятками познакомимся? Да, давай, Дедушка Мороз, познакомимся с нашими ребятками. Ребята, скажите, как вас зовут? Ох, ребята, вас так много, что когда вы говорите свои имена, совсем ничего не понятно. А я предлагаю познакомиться вот так. Сейчас каждый вспомнит, в каком месяце он родился. Вспомнили? Молодцы! Сейчас мы со Снегурочкой будем перечислять разные месяцы. И если вы услышите тот месяц, в котором вы родились, вы должны громко-громко крикнуть свое имя. Понятно? Снегурочка, начинай! Январь! Февраль! Март! Апрель! Май! Июнь! Июль! Август! Сентябрь! Октябрь! Ноябрь! Декабрь! Молодцы, ребятки, молодцы! Замечательно, ребята! Вот мы с вами и познакомились. Дедушка Мороз, а давай проверим, как наши ребята подготовились к празднику и проведем новогоднюю зарядку. Давай, а что нужно делать? Мальчишки и девчонки, смотрим все на нас и повторяем. Готовы? Раз, два, три, 4, 5. Начинаем мы кричать. С Новым годом! Ура! Все вместе с Новым годом! Ура! Кричали здорово, друзья! Раз, два, три, 4, 5. Начинаем приседать. Сядем раз. Сядем два. Кружимся вокруг себя. Молодцы! Молодцы, какие ребята! Раз, два, 3, 4, 5. Начинаем танцевать. Левой ножкой. Правой ножкой. Молодцы. И похлопали в ладошки. Раз, два, 3, 4, 5. Начинаем поздравлять. С Новым годом, мальчиков. Мальчики, давайте 5, 5, 5. Все мальчики. Девочки, теперь девочки. Молодцы. Ждет нас всех большой успех. С Новым годом, всех, всех, всех. Новым годом, молодцы. Молодцы, ребята. Молодцы, ребятки, давайте сделаем еще 2 шага назад. Давайте. 1, 2. Молодцы. Ну, теперь я вижу, что вы готовы встречать Новый год. Нынче праздник будет яркий. Песни, пляски и подарки, и веселый хоровод. Здравствуй, здравствуй, Новый год! Подожди, Дедушка Мороз,
а я обратила внимание, что у тебя в руках нет посоха. Но ведь без него не случится настоящего чуда, и мы не сможем зажечь огоньки на нашей красавице елке. Не переживай, Снегурочка, я одолжу посох нашему большому другу, символу наступающего Нового года, Дракоши Гоши, чтобы он не заблудился в лесу и поскорее нашел к нам дорогу. Но вот что-то он все равно опаздывает. Не переживай, Дедушка Мороз. Сейчас ребята нам помогут отгадать новогодние загадки. Я думаю, что Дракоша Гоша точно появится. Точно. Ребята, вы нам поможете? Итак, мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, нацепили нос и вмиг получился... Молодцы! Что за звездочка такая? На пальто и на шарфе вырезная, вся сквозная, а возьмешь — вода в руке. Снежинка, молодцы! Закутал ветер небо шелком, блестит, сверкает наша... Молодцы! Ребята, сейчас очень сложная загадка. Он и добрый, он и строгий, бородою весь зарос. К нам пришел! Правильно, ребята, это Дед Мороз! Дед Мороз, ну что? Ребята, я думаю, вы готовы встречать нашего Дракошу Гошу. Все готовы, точно? Тогда повторяем за нами. Раз, два, три, четыре, пять. Дракоша, выходи играть! Раз, два, три, четыре, пять. Дракоша, выходи играть! Привет, ребята! Здравствуйте, ребята! Привет, привет, привет! Ну, задайте ко мне пройти, молодцы! Так, привет, привет, привет! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Дед Мороз и Снегурочка! Я пришел на праздник к вам, к моим маленьким друзьям! Ребята, вы забудете ненастья, я принесу вам только счастье! Ребята, сейчас все вытягиваем ручки, и Дракоша Гоша с вами поздоровается! А приходит тот... Новый год зимой! Наступает скоро мой! Так, ручки, ручки, ручки! Давайте! И громко кричим! Ой, знаете, я к вам так торопился, что аж замерз, пока бежал к вам. Представляете, какие холода наступили. Я предлагаю вам, знаете что? А давайте-ка мы сейчас все вместе с вами хорошенько согреемся. Вы согласны? Точно? Отлично! Поэтому давайте танцевать вместе со мной и согреемся маленько. Да. Все готовы танцевать, танцуем, ребята? А что-то я не вижу в твоих руках волшебного посоха. Неужели ты его потерял? Волшебный посох? Я совсем забыл. Дедушка Мороз, прости меня, пожалуйста, и Снегурочка, простите меня, ребята. Я бежал к вам, я так торопился, что
забыл посох в лесу. Вы помог? Да, конечно, то, что ты забыл посох, это плохо. Конечно. Но в Новый год происходят настоящие чудеса. И сейчас мы вместе с ребятами вернем волшебный посох. Да? Давайте, собираемся в поход все вместе, ребята, за посохом! Ребята, вы готовы отправиться в поход и вернуть посох? Отлично! Тогда повторяем за нами! Приготовились? И мальчишки, и девчонки засмеялись громко-громко! Чтобы отправиться в поход, нужно съесть нам бутерброд. В правой руке огромная ложка. Каши, друзья, подкрепимся немножко. А теперь откроем рот, выпьем бабушкин компот. Молодцы! Ручки дружно все подняли, мускулатуру подкачали. Теперь попрыгай немножко и присядем на дорожку. Ой, да, ребята! Настоящее чудо! Дедушка Мороз, вот он, твой посох! Молодцы, ребята! Охлопали дружно-дружно! Волшебный посох вернулся! Ура! Мы с вами совершили настоящее чудо. Но для того, чтобы Новый год был по-настоящему счастливым и продуктивным, нам надо обязательно сыграть в мою любимую игру. Знаете какую? Я вам расскажу. Это игра «Дракоша Чемпион». Давайте все вместе. Ребята, готовы? Точно все готовы? Повторяем за нами. Ну что, давайте, Дракоша и Снегурочка, посмотрите, сколько у нас красивых ребят в разных красивых костюмах, платьишках, мальчики в брючках, в пиджачках. Давайте мы все вместе им похлопаем! Давайте похлопаем друг другу, ребята! Давайте, аплодисменты! Похлопаем! Молодцы, ребята! Ребята, а теперь давайте зажжем огоньки на нашей елочке. Давайте. Дракоша, Гоша, хочешь попробовать? Конечно, ведь совершать всякие превращения и делать добрые дела — это так здорово, правда, ребята? Дракоша, а мы теперь хотим довериться на главное настоящее чудо. Как раз таки зажечь огоньки на нашей волшебной елочке. Конечно. Давайте, ребята, все вместе скажем: наша елка, раз, два, три, зажигай свои огни. Готовы? Итак, все вместе. Наша елка, раз, два, три, зажигай свои огни. Ура! Елка светится, искрится, будем дальше веселиться.
Ну что, ребята, хоровод мы все встаем, песню звонкую споем. Вместе поем песенку про елочку. Родилась елочка, поем. Она росла зимой и летом стройная. Похлопали громко-громко! Вы зарядились, ребята? Точно? Верю вам, молодцы! Ну что, ребятки, вот и время возвращаться нам пришло. Пусть Новый год вам принесет все то, что пожелаете. Пусть Новый год вам принесет все то, о чем мечтаете. Через год мы к вам вернемся, здесь мы встретимся опять, возле елки новогодней, будем Новый год встречать. Всем пока-пока! Наш спектакль новогодний начинать уже пора. Лего, яр!